всем привет! Сегодня ночью у нас начинаются интересные события, нечастные на пароходах. Приходим к мосоку, буквально через 3 часа начинается залив, то есть маневры. Потом встаем в порт где-то в течение 2 часов, находим по заливу. И ночью к нам приедут 3 корейца, сервис перебирать нам. Предварительно в Токио прислали запчасти, моточистка такая, наверху по-взрослому. Прислали новые втулки, не новые, рекондированные, но втулки менять будут тоже. Шатуны с новыми вкладышами, новые поршня. Прислали 5 головок в сборе, цилиндровых крышек уже в сборе, то есть только меняют. И 2 картриджа на турбины, то есть тоже уже в сборе. И вот 3 человека приезжают, они будут у нас неделю отсюда с Осаки, там еще у нас перешвартовка в Кобе. И потом мы поедем на юг через 3 порта Тайваня, и в итоге Гонконг, там они слезут. Вот за это время нужно поменять картридж турбины на 2 у нас и полностью перебрать 3 тоже вместе с картриджем. То есть поменяют втулки, шатуны, вкладыши, поршня и крышки целиком, все перекинут. После чего мы это дело обкатаем, и будет у нас одна динамка практически как новая, кроме самого фундамента и рамы. Начну снимать это дело эпизодически, буду делать таймлапсы, все по возможности, потому что ребята, я так понимаю, приехали на неделю, они будут работать и днем, и ночью, там, когда им заблагоразумится, но и не всегда будет у меня возможность их поймать, потому что мне тоже когда-то спать надо, учитывая, что у меня еще куча маневров. В общем, смотрите, наблюдайте, все буду показывать по возможности. Увидите, как делается настоящая моточистка с заменой полностью всего.